Доброе утро всем! Сегодня вторник, и мы поехали на отправку, потому что мы не успели это сделать в субботу. К сожалению, после рынка все транспортные закрылись, и мы так и не отправили посылочки. И сейчас вот собираемся на отправку, пока дети у нас в школе. У нас вообще сегодня маленькая посылочка. Одна поедет в Нягань, а другая поедет в Белокуриху. С орешками, с хурмой вяленой, с фейхоа, с медом и лимоном. Наша бомба-смесь, как мы ее называем. И что у нас еще? А, ну вот все пока что. Вот в этих посылочках все. Леш, что ты одеваешься? Уже время. Так, Леша сейчас оденется. Так, ключи надо подумать, как мы детям оставим. В сугроб же не закопаем. Под ковриком догадается, или как обычно. Или как обычно, там, где мы обычно оставляли, просто им откапывать придется. Откопать вместо них поймут, наверное. Да, мы такие тут секреты говорим на камеру, где у нас ключики хранятся. Ладно, Леш, пойдем. Мне одеваться надо. На Кубани сейчас минус сколько? 13 градусов или 11, обычно говорили вчера. Но мы еще сегодня не смотрели. В общем, мороз на Кубани наступил. Вчера уроки отменили. Было всего минус 3 градуса. На Кубани отменили уроки в школе у нас тут, в Григорьевской. Не ходили абсолютно все, вся школа не училась. Ну, потому что якобы вот снега выпало, народ не может выбраться из домов, поэтому отменили уроки. Но сегодня минус 11-13, тем не менее, все учатся, и вот дети ушли в школу. Как раз к юбке подходит. Эту юбку хотела синюю, а потом подумала, нет, она как раз сочетается с моей красной жилеткой. Ушастый чебурах. Все, я готова. Я возьму вот эту коробочку, которая со всяким причиндалом. Не, наверное, не обе тяжелые, да? В два раза только. О, сугробище, сугробище у нас. Ой, как ослепляет. Видите, что на крыльце творится. Не готовые мы были таким зимам. Дети к нам тоже вчера кое-как добрались на занятия. Машину Леша почистил с утра. Так, ну что, я, наверное, бутылку понесу. Налью водички. Завезем крючочки. Что-то какие-то уши лохмат. Да? А, утонула в сугробе. Иди, юбки. Блин, тепло. Так, ну что у нас? Дверки совсем заморозили. Следов наделаю. Кошки дома остались. Так, где у нас тут? Ага, ну одну руку не сделаю. Лёха расчищает ножками. Сейчас тебе все промокнут, ботинки, штаны. Может, лопату тогда купить придется? Санки заодно, ледянки. Не, ну может быть одну ледянку, то можно на горку сходить тут. Это еще не быстрая история была выехать. Только сейчас он, Леша, выехал из сугробов. Такая заснеженная машинка, наша работящая. Наша лошадочка. Мне сейчас отчитали, что я в школу зашла без маски. Блин, и учительница попала из-за меня. Все, передала ключи моей дочери. Вот такие картиночки. Директор сейчас опять выйдет, наверное. Такой пол скользкий. Тут скользнулась немножко. Ой, ой, ой. Травма опасненько. Дорожку тут расчистили. Все буковки в сугробах. Сосульки-то такие. О, какая красота! Огромные просто сосулища. Вот детям-то радости кубанским
Давно они сосулек не видали. Ну все, мы поехали. Давай ловить, знаем. Ну давай. Две же все равно не утащишь. А где у нас офис ЖТД? Пожалуйте, господа! О, еще елочка стоит. Добрый день. Так, сейчас найдем самую большую коробку. Получается, нам надо большую и маленькую на 3 килограмма S. Получается, S. Влазит в раз. Упаковку надо. Это влазит, я уже проверяла. Начинаем пока. Посылка была курица готова. Сейчас купим вторую. Вот. Такая классная форма вообще. Она такая мягкая, вкусная. Она такая. В этот раз у нее какой-то такой сорт полукруглый. На этот раз разный. Какую-то баночку с формой запаковали. Тоже форма с медом и лимоном. Поехали. Коробочку, упаковочку подвезем. На воздух, на воздух, на воздух. Фух. Так, теперь, наверное, в Леруа. Ну все, мы уже в Леруа сбегали, и я по Леруа не стала снимать наши побегушки. Я хотела в Леруа купить полевой пистолетик для моих мастер-классов, а также для подделок детских. Вот, и там особо выбора не было. Был просто вот такой вариант. Самый дешевый за 150 рублей вариант, но там он долго нагревается. И еще побольше один. Ну вот, сказать, для мастер-классов бусинки клеить подойдет именно... Вот такой, мне очень нравится. 60 ватт. Ну, если нам сравнивать не с чем, то нам, наверное, и этот понравится. Вот. То есть, и такой набор цветного клея. И я еще взяла дополнительные клеевые палочки. Вот, набрала еще кучу плечиков для своих нарядов. Краску взяли покрасить нам в комнате. То, что мы дырочки делали для спорткомплекса. Сейчас их замазали, и надо краской закрасить. Вот, горы, наверное, не будет сейчас видно. Снежные. Ледянку мы не купили. Я забыла про нее в Леруа, но я вообще не знаю, продается ли она там. А в Ашан мы уже из-за нее не поехали. Ну, можно попросить у кого-то на пару дней. Сейчас мы заезжаем в магазинчик. Называется что-то мясо, по-моему. Там для кошек обычно берем еду. Они корм наотрез отказываются есть сухой. Поэтому приходится им покупать всякие косточки. Типа там куриных лапок, шеек и всякие. Ой, аккуратно, а то мы сейчас заедем и потом не выедем. Вот, просто мясо. Кипский хлеб приехал. Может быть, лавашек тут уже купили, не придется заезжать. Тоже за мясо. Тоже за мясо. Хлеб за мясом. Мясо за хлебом. Ой, тут все с горок катаются. Вот, смотри, куда можно приехать тоже с горы кататься. На Саласте. Очень хочу покататься. Никак не могу привыкнуть, что Смоленск такая длинная эта станица. Едешь, 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 конца и края нет. Она вся такая вытянутая. На горках, на спусках. Несет трудяшечка.
лаваш. Я так есть хочу, я так есть хочу. Я голодная, не позавтракала, только воды попила. Ну ладно, мандаринка не счет, там маленькая, она крошечная, как одна долька. Так, это у нас школа напротив, большая, в Смоленской станице. Ну все, в Сбербанке дела сделали. Так, Леша там спит. Точно, уснул. Ух ты, прикольные зеленые листики зимой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А ледянки у вас какие? А вот они, целая гора. Уже не гора. Так, это подпупки маленькие. 700-400. Так, ладно, сейчас подумаем. Просыпайся, Засоня! Слушай, сходила я посмотреть ледянки. Там ледянка стоит как самки. Нормальная. Они нормальные, слишком маленькие для годовасиков. Ну еще тазик за 400 рублей пластиковый. Но пластик, мне кажется, он быстро чпок. Мороз. Так что все, можно ехать домой, готовить грибной супчик.